Да, чакру именно. Не чакру, а тайну открыл, как возвращаться с блинка, как Ну с... да, я вчера все блинки сработали. Вот Все блинки испек. ты понимаешь, да? То есть ты можешь рассказать, передать секрет этого Ну, скилла. кидайте трейд, я вам расскажу. Вот WordFlex, Эй. Если вдруг они не полностью понимают, чтобы не Ну, я трейд магом, 10 давай. полироли красных. А, ну все, красавчик. Потом меня научите мага. Эй, знает, флекс, не знаю. Флекс, ты тут? Вот ты флексишь. Гера, пхат. Биг Дэм опять хочет нахуй токен забрать. Надо кому-то вара создать, чтобы у него ИП больше, чем у Биг Дэма было. Стэн. Так А за у почему него вара? фул печеньки, А, блядь. ну да, точно. Все, у него фул. Теперь он просто помогать будет ходить. Я, короче, этот, как он, стандартный, ну, не стандартный, короче, сейчас сервисовские редфреймы настроил, как у людей, это, как у Войда, короче, этот, Войд, этот, как он, нахуй, Буду? Вуду, да? Угу. Хочешь посмотреть? Ну-ка. Сейчас стримчик врублю. Кстати, как Бегдем, лучше пошел бы престом. О, Синтек, нахуй. А кого менять будем? Авиланию, да? Или Крузиса? Эх, Авилания. Авилания или Крузиса? Ну, Авилания был, тут Синтек Крузис Крузис. не был. Крузис не был, все правильно. Правильно, Ну, блядь, отгадай. этот, где ты говоришь сейчас, Авилян? Видно? Да видно все. Так, Видно там все. да, все видно. Это Вуду такая? Не, это редфреймы сервисовские. Ну, Просто нормально ты все. их выносишь вот сюда, вот здесь открепление делаешь. Открепил их куда угодно можешь пихать. Так это топовая хуйня, я не знаю, блядь, что люди не Ну и делают. там все видно, можно галочки любые прям ставить. Угу. И не нагружает, ну, как бы, дополнительным аддоном, короче, компьютер. Буду, знаешь, все равно, чем плюс. Ты Не, не пользуюсь. можешь добавить любой дебаф, любую метку, которую там вешает босс. В стандартных рейдфреймах такой нету хуйни. А мне Пауэрбанк. зачем это? Отслеживать. Так, давайте, значит, по банкам посчитаем. Значит, хуй с ним. СПДшечку, пожалуйста. Тихо. Значит, будем сопроты пить, значит. СПДшка, ну, я не знаю, я могу только ДСшнику дать. ДСшник, ты под чем играешь? Под килая, под СПД или под сопротом? Спасибо. Гильдия обычно под СПД, потому что мне сопроты не разрешают пить, а так можно и под сапротом. Сапрот у меня есть. Так, ладно. Так, чё? А я Андет, я живу, чего смотреть. Спокойно, это самое. Вот ты в хиле. Это самое. Значит, сапроты будут. Максимум я могу дать тем, у кого шемы есть на силу ты атаки. 7 хилов? Опа! 6. А чё, 6 хилов? 6. Ну, друид инвалид, варахил, бидон, хелла, не А, ну все, ты тогда в совет, да-да-да. Чего? Слышишь, Слава, поменяй Хела тогда на Лингрена. А зачем? Давай так уже убьем. Проходку получит двумя персами. Да, потом сделаю проходку, чё. Мы все равно на следующем КД, блядь, не собираемся. Да, там, да, там неизвестно, соберемся мы или нет. Ну вот Катрисе, не знаю, сколько он давал. Да похуй. Нормально давал. Если что, потом... БР. Некромантика, тебе что? Да? Катрисе хорошо тут играл. Че говоришь? На СПД, пожалуйста, ласточку. А че, сопрота у тебя нету? Нахуй не нужен. Я живучий. А, это, поставьте порт, это, Краси, сможешь ТП? Спасибо. Паша, Биг Дэма не... Еще раз, не понял тебя. Поставьте портал, прыгнешь в портал сейчас, потому что 26 человек. Так. Ну, поставьте порт. Так, я сегодня, кстати, алхимию протестил. Помнишь, ты говорил, что фляжка больше дает ему и дольше? Я охерел. Вместо 180 апа она дает 300. Прикинь, и 2 часа вместо часа. Изи был. Маги, поставьте порт. Дал, пожалуйста.
Так. Бля, вы что там, стрим на ПК-шесть? Голубенькие. Так. Иди сюда на край поставлю. Авелания, возьми ауру от тьмы. А что, сапрота уже разобрали, что ли? Нет, я силу атаки ставлю. Так, милик. Бегда приперся. Дринк. Вивание. Я уже, блядь, 5 минут пишу, чтоб не осуждать. Да ты АФК так... был, блядь. Блядь, я не могу взять. Тебя вроде хотели на приста запереть. Так. Бегдем. Говорю, Саня, лучше пошел бы пристом. Да ему глора нужна. А, глора? Да нужна мне глора, мне конь нужен. А на, в смысле, у тебя есть глора уже? А, то что, педальный? Конь педальный, да. Что-то же... исчезло, нахуй. Залутаешь же на этом, он, по-моему, шарится на оба треса. Если на одном аккаунте. Так, все разное. Сколько я там поставил, я что-то не посчитал. Три сапрота или сколько? Так, это маги, локи, три совы. Так, совы, берите сапроты. Не могу взять, короче. Заебал, я тогда за тебя возьму. Так, и хилы, 4 хила. Так. Ну ты тоже пей сапрот тогда, килая. Угу, уже. Вдали они цвет, вот Т4-3 поменяли цвет. Такой. Да, вот так, давай подумаем, что мы синтек сюда тогда ебанем. А нет. Прикольно, давай. Нравится этот цвет. Визимло ебанем сюда. История там это. Какая накидка лучше? Короче, вот такая? Или вот такая? Ну, больше синяя подходит. Синяя, кажется, смотрите, там это ставлю, ну, рыбу. Прощу. Короче, просто у нас вон 4 друида есть. Локов у нас сколько? 3 штуки. Ну давай по ССам чё? Некромантика по КД на друид инвалида набрасывай. Притон по КД давай на синтека, хуй с ним. А мифик ПКД на Войда Китай. Вдруг я там вздыхать буду. Это. Хилов у нас что получается? 6. Вот пятая пати и друид инвалид. Синтек в сове. На последней фазе, когда первая комната пройдет, там уже прекращайте паладины эти крылья юзать, чтобы на вас воздержанности не было. Если что, вдруг если что там произойдет, там, чтобы можно было нажать бабл и там босса продержать, пока с него берса не спрят. Если вдруг такое будет у нас, вот, чтобы были к этому готовы. И тоже и по очереди и озвучим. Это, допустим, Радник первый бабл там, или Холидринг второй бабл там, вот, чтобы это все одновременно вы не сдали. Вот, шипешника нету, нахуй, я понял, блядь. Проверка. Холидринг вчера так жопу два раза спас рейду. Да? Ну так это круто. Кстати, их пати вагонов, пожалуйста. Можно на второго танка кидать. Потому что, ну, вчера там умирала она, что такое, я видел. Да такого не должно быть. Это ты, я тут, нет? Бля, я рыбу не поел. Рыба ест 10 секунд. В натуре. Чего, я подошел. Тебе что? Сапрот? Не взялся у тебя? Масло, блядь, так мне его надо взять еще. Да ладно, идем без масла. Ну нихуя себе без масла, блядь. Потом вазелин надо будет, если вдруг что плохо пойдет. Что-то я не понял, не проголосовал. Конечно. Слышит, ебут кого-то, оборачивается, а это его ебут. Блять, вот как хорошо, что я это говно не записывал. Там хурюк просто ушел, блять, в точку нахуй. Да, ушел, улетел. Дал уж. Это, короче, давайте так. Светового трая убиваем 3000 ИП. Каждый вайп минус 500. Если, блин. Входим в ноль. Это еще и в минус можно уйти, да? Ну, до косаря, блядь. Косарь за убийство лича идет. А, то есть, ну, минус не уйдем, нормально. Хочешь, могу угнать в минус. Вот какой пидор? Это что за ловушка такая?
Какой пидор там стоял? Полетели. Да, нахуй. Мудаки, сука. Вот смотри, а мне интересно еще, кто сдох. Хелла, Крайзис, Биг Дэм, Мэтт Фокс. Прыгаем вниз. Короче, Крайзис, да. Мудак, блядь. Встань за спину Лича, блядь. И стой со всем рейдом за спиной Лича. Ловушка должна появляться в вас в одной точке. Вы должны с нее отбегать. В ту сторону, куда мы отбегаем, нельзя вставать, блядь. И потому что там появится ловушка, и люди с нее... Они не добегут, блядь, потому что перед ними ловушка. Они через нее будут бежать, как дауны, блядь. Они же не побегут. Стой. Сука. Ловушка появляется на рандомном теле. Это означает, что все должны в одном кемпе стоять. Да. На фрейме. У Лича за спиной. Да. Пизда. Пизда рулю. Крайзис, ты понял, блядь, свой косяк? Так точно. Это Крайзис сказал? Есть шо? Да. По-моему, это не он сказал. Или это ты сказал? Я по-моему, перепутал. Я, блядь, не... голоса не запоминаю еще. Тут Седжу один, блядь, сидит там двумя голосами подпёздывает. Кого, да блядь? Там дед чисто сидит. Короче, это... Ты отбегаешь вот влево, куда все бегут. Потом подбегаешь обратно за спину. Там стоишь. Вот. Пиздец, нахуй, ёбаный в рот, блядь. Как и смотри, он еще бывает ловушку с чумой кидает одновременно. У тебя может чума прок. То есть тебе надо отбежать и от ловушки, и чуму ловить. И ДПС где-то, вот что это за 10 тысяч, блядь? Где бурст, блядь? И ДПС. Что, хуёво одет, что ли? Ну-ка, 253, ну да, хуёво. Хоть камни есть. 4 есть. Сколько? Дело не в том, что я хуёво одет, я на очке на лютом, блядь. Давай. Ты расслабься. Раздупляйся. Ты не должен. Не расслабляйся, то... Ничто. Ничто. Это, что не убивает, то делает сильнее, нахуй. Ебать, сказал. То, что нас не убивает, мы не употребляем, да? Да. Вот рыбу употребляем, давайте, сели. Вот она вас точно ёбнет. Какой ёбнет там омега? Давайте. Омега 3, блядь, жиры. Посерьезнее, блядь. Это, слышишь, что? Кому-то бы ассиста дать, конечно. У меня багаются вальки из-за этого. Короче, ориентир, спина Лича, нахуй. Все, блядь, не надо ебать мозг. Раздупляйте мозг. Кто-нибудь толкового метку. Да? Лича метку поставить. Кто толковый? Метку. Кто толковый там? РДД или может Милик какой? Вадикон вон. Вадикон, ты толковый? В смысле, для чего? Или ты бестолковый? Биг Дэм. Какую-то херню сейчас мне навяжут, небось. Да просто... Просто покажи, где спина у Лича и все. Он сейчас улетел. По запаху, блядь. Давайте, блядь. Тут нехуй бить на самом деле. Соберите, блядь, в кулак яйца там все. Вон Бен толковый на каждом мерке два медведя попал. Яйца и не только. Даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь. Клык гер хочу. На клык? На клык. Мы потеряли бойца. Да, Мэтт Фокс. Да ёбаный заебал. Заходи быстрее, сука. Блять, ну быстрее заходи. Тут нет. Сумануть надо, сумануть его. Да как хули сумануть нахуй? Нет. Пизду нахуй, ёбаный в рот, блять. Чем ложимся? Нихуя не ложимся, нахуй. Он всего один? Он один. Одинёшенек. Холодно там в ледяной короне, нахуй. Она же ледяная, блядь. Короче, нахуй. Спину нашли. Крайзис. А он что там за мудак у столба? А, это Вилаш. Сори. Опа, полетели. Нахуй. Какой мудак взорвался, мне просто интересно. А сейчас увидим. Нет, это кто-то от столба отлетел, нахуй. Ты какой-то умный мудак. Пробегаем. Понял, Крайзис, ловушку, смысл? Черный хуй не видишь на полу? Чуму видел, челик выносил? Ловушка, секунда. Перебегаем. Oh.
Ловушка с чумой. 3 секунды. Готовимся. Пробегаем. Побегу. Нихуя сложного, кразис нету нахуй. Ловушка 2 секунды. Готовимся. Подбегаем. Так. Ловушка с чумой 2 секунды. Готовимся. Прибегаем. Некромантика. Ловушка, пробегаем. Нихуя. Ну, вообще хуйня. Ну, что-то чуть не убило меня, блин. 2 секунды, чума с ловушкой. Пробегаем. Чума история. Верим сильнее, ДПС что-то мало, нахуй. Секунда ловушка. Подбегаем. Так, еще шаркарь там, смотри, он вот до рейда дошел, уже дотягиваться может. Нормально. Чума с ловушкой 2 секунды. 3%. Пробегаем. Чума некромантика. Заебал он, а? Он вообще долбоеб. Так, у Лича встаем. Ловушка 2 секунды. 1%. Пробегаем. Так. Все. Сейчас, ну, хуярим. 0.3 нахуй. 3 секунды до ловушки. Все нормально. Заебись. Чума в рейде, выноси. Инвалид, седжу. Не диспель просто так. Кразис, выноси. В пустоту выноси. Бигдем, выноси. Ты куда там прыгнул, нахуй? Кто это прыгнул? Ебать. Я вынес. Красиво, красиво, блин. Надо... Обрыло. Жалко, я камеру на него не повернул, блядь. Потом будем внукам показывать. Смотри, какой у нас вар был, блядь. Гоблин, нахуй, реактивный. А чё был? Он с чумой прыгнул в зиму. Так, давай я заберу. Вот это скилл, блядь. Вот это я люблю, блядь. Ну это на коня пацан работает, в натуре. Коня консулишь? Да. Так, этого давай Лаша забираем. Бетон влепи гимну. Смотрите, не сорвите с Вилаша. Кто там? Не сорвите, не сорвите с него. Сферы нету, нормально. Так, со стороны звезды летим. Все видят линии прямые, блядь. Спине сейчас Лича стоим. Три вальки Лен хватает. Так, вот эти две только бьем. Две, правильно же? А что за... Да, две. Забагалось, две всего. Да, две бьем. Осквернение, разбегитесь. Все, право-лево от Лича. Некромантик, осквернение. Все, нормально. Ну, фул ДПС поли. А чё с треугольником? Его разбили? Или что это за хуйня? Хули он летит? А, все похуй. Так. Короче, от кружка до квадрата примерно вот в эту плоскость. Ну и сейчас будут вальки одновременно со осквернением. Самое сложное, имейте в виду. Сначала увидим, где осквернение, потом отбежим от него, потом бьем валик. Осквернение. Милики вышли. Не трогайте этот, что там, кружок не трогайте. Так. Вот эти... Я попытаюсь тоже прыгнуть. Треугольник, ромбик. Да. А, тогда ромбик только бьем. Ромбик зергаем. Ромбик зергаем, ромбик зергаемся. Или ча фул ДПС. Рарник вернулся. Вернешься, треугольник скажешь тоже. Или ча фул ДПС пока здесь бьем. Следующее будет осквернение перед вальками. Так что готовимся. С центра выйдите тоже, кто там стоит в центре. В центре мне лужа не нужна. 2 секунды осквернения вышли. Лужу льем, не смог.
Значит, надо резать тебя, но... Да, далеко, пиздец, значит. Так, это на другую сторону идем, на другую сторону. До Луны будем лететь. Сюда к Личу встали быстрее, быстрее, вальки хватают. Все собрались, Лича. Значит, друид-инвалид, рейс и авилань. Меня сейчас нету, меня сейчас нету. Вот эти две только бьем, там лог. Вот эти две зергаем. Все, Виланию фулба. Две быстрее. Хули они не замедлены. Осквернение 2 секунды разошлись. Не разлить осквернение. Так, осквернение. Седжу. Пошли быстренько в центр, возвращаемся. В сторону чего там? Ну вот от кружка в сторону, где там спина Лича показывает. Он треугольник или что там, блядь. Вставайте. Хуярим. Локи портала не забывайте переставлять. Кразис. Работаем. Смотрим, кого хватает. Скринение 5 секунд, готовимся. Схватит и разбегаемся. Звуты Вилаша. Хил. Все три бьем. Хэлло в ромбике. Право-лево вышли из подвалика. Скринение секунда. И потом фул ДПС по валькам. Фул ДПС по валькам. Я сдох, блять, нахуй. Давай-давай, бьем нахуй. Вышли оттуда с лужи. Нормально. Быстрее-быстрее дамажим. Нормально разбили валик. И треугольник теперь все доиграли. Все отлично, все замечательно. Еще одну волну играем и все. Так, сейчас будет как раз пятая волна, осквернение одновременно с вальками. Идем. В лужу не зайдите. Значит, смотрите, вальки будут лететь от кружка к порталу. И будут одновременно. И будет одновременно осквернение. Осквернение вышли, милики. И вальки будут хватать. Так, осквернение разлилось, я видел. Вот валик бьем, валик бьем. Милики, вот эти две, РДД, ромбик, быстренько. Треугольнику замедление стан. Треугольник не надо. Треугольник не надо, ну тогда ромбик пошли все быстренько. Кружок почти добили. Ромбик, ромбик, быстро все стан. Ромбику, ну быстрее, еще какой-нибудь стан. Вот, молодцы. Че, треугольник не надо, да? Осквернение. Хорошо, осквернения разошлись. И потом в центр вернемся. Так, где осквернение? Там. Все, возвращаемся в центр. От кружка до квадрата. 45%. 4%. Еще вот эту волну бить будем одновременно с Личом переводить. Потом после волны уже. Стоим за Личом, за спиной сейчас быстренько. Валик хватает, смотрим. Притона схватил. Притон. Две только вальки вот эти бьем. Быстренько зергаем две вальки и переводим Лича. Один, там 5 секунд. 1%. Сука, телепорт. Ну ничего страшного, потом рестим. Осквернение разошлись, если подвалик вышли. Все, вот эту треугольник, ну застаньте, сука, застаньте, добейте. Захиливаем рейд на фул хп быстрее. И уже 0.5% у Лича переводим. К Личу сюда близко подходим, сейчас на край уже запрыгивать. У меня, это незыбка есть у тебя, Вилла? Есть еще? Давай, готовь незыбку. Варахельма сокру. Запрыгиваем. Ни зыбки не было, нихуя нету. Ну захиливайте, только не уроните никого. Притона будут резать синтек, когда после комнаты уже, короче. Так, первый, третий мой, второй, четвертый твой. Давайте, собрались. Пера. Это не сорви WordFlex. WordFlex не сорви, блять. Не люблю щиты гимн, давай я тотем поставлю. Гимна. Да создавай. Ману себе я резайте. Все друиды, чтоб сейчас и на рав КД повешали, чтоб все хилы фуловые были. Вон Вархель пол маны, блядь, быстренько залейте ему. Все, и сферы, главное, бейте шары, нахуй, чтобы они вас не выкинули с платформы. Давайте. Шары, шары, сука, бьем, до меня шар долетает. На простом не давайте, не ебанемся. Так, четвертый твой, да? Так, четвертый твой. Так, на край заходим, сферу убили. Перед ебалом шаркарей не бежать. Так. Лича ждем, сейчас будет комната, готовимся. Все, после комнаты синтек притона резаешь. Так, ищем звездочку глазами, ищем звездочку. Идем на портал. Блять, там спереди кто-то бегал. Направо пойдем. Направо идем, направо. За звездой, сука, глаза разуйте, блять, быстро. И за звездой в одной точке ходим. И духов бьем. Не привыкайте ни к какой хуйне. Смотрите внимательно за звездой. Ходим за ней.
Все, уходим. Все, рейд фуловый, все нормально. Вот спереди бомба, стоим вот здесь в углу, сейчас она хлопнет. И пройдем вперед. Проходим вперед быстро. Быстро вот сюда проходим. Все, выход 2 секунды. Осквернение сейчас разбежались от лужи. Вот, молодец. Духа играем. Сейчас он дыхнет, подведешь к лечу его. Все, бьем. Будет осквернение еще скоро. Дыхнул там, нет? Не вижу. Геро? Нет, не надо. Вот сейчас уже дыхнул. Тут дух еще. Все, это, кливайте этих пидоров. Значит, осквернение 5 секунд, готовимся разбегаться. Немножко по разряжению встаем. Так, осквернение. Черепок, отошли от него. И бьем. Будет вызов духов и комната. После этой комнаты уже Геру дадим. Сейчас непрофитно, потому что духа еще били. Вот, метров 10 проведу и будет этот. Так. Комната. Когда выйдем, за лечом идем от духов. На портал двигаемся. Идем за звездой сразу, налево пойдем. Вы звезду видите, не идите куда попало. Там далеко пробегаем мимо этой бомбы. По стенке вот сюда. Где звезда, быстрее уже находимся. Вот три тела, блять. Хули вы отстаете? В звезде находитесь. Вот нормально, спереди пока чисто. Сюда за угол заходим. Так, пробегаем. По стеночке двигаемся. Так, 7 секунд выход. 5, 4. Секунда выход, ничего не боимся. Так, осквернения разбежались. И за лечом уходим быстро из-под духов. Сейчас все 6 хилов хилят и вилашу, нахуй. Имейте в виду. Хлопает духов, чтобы там... Геру, фулл ДПС, да. Так, закинул. Геру фулл ДПС. Буду вести лича специально для миликов, сейчас, чтобы они дамажили. Осквернение, 3 секунды, готовимся. Дамажьте, но право-лево отбегите с осквернением. РДД уже вперед, уходим. Вот, черепок. Вы там с черепком сюда уже к лечу двигайтесь. Там не тусуйтесь особо. Все. Перешли сюда, спрятались за спиной лича. Духи летят уже. Да. Блять, ты тоже не зыбку дал. Я тоже дал, сейчас жнец просто. Ладно, похуй. Зубы отдать? Не надо. Незыбка была. Мы две незыбки сейчас потратили. Так, звездочку ищем. Идем на портал. Я иду к вам. И налево идем. Так. Духов зергаем, сука, он же хлопнет нас. Ну фул, держим хп рейд. Это ключ к успеху. Одну бомбу переживем. Вот сейчас здесь, смотрите, спереди бомба хлопнула и пробегаем далеко. И здесь за угол встаем. Сейчас слева рядом еще бомба вот хлопнула. Вот теперь уже дальше идем. Вон спереди еще бомба. Стоим вот здесь, везде. Сейчас хлопнет. Вот, теперь проходим вперед. Ну, сука, духов бейте, дауны, блять, я вас просил же. Сука, они не должны до рейда долетать, блять. Играйте по духам. Осквернение. Так, смотрите, духи в центре там висят, их не дохлопали. И это, ждем, сейчас духи летят к нам. Внимательно. В комнате, сука, бейте духов. Все РДД абсолютно, без исключения. Хоть палкой, хоть жезлом, хоть чем, но они не должны долететь до рейда. Сейчас, может, еще комната будет в конце. Осквернение 8 секунд. Вызов духов сейчас будет. Может и осквернение, кстати, быть. Разбегитесь. Да, вот кастанул осквернение. Разошлись быстро оттуда. Разошлись с лужи. Сейчас вызов духов будет, готовимся. Ну, если поднажать, не знаю, может быть и это. Так, сейчас готовьтесь, жнец на войде будет. Лича перевожу быстро. Все, комната. Когда выйдем с комнаты, духи, имейте в виду, вот где-то в стороне глыбы. Вот в стороне квадрата. Сейвы есть? Сейвы. Ну, у меня незыбка есть. Этот, идем. Ну, типа, у меня сейчас стаки пропадут, и уже ни зыбки на рейд не будет.
Массакру дам по выходу. Массакру держи на тот момент, если мы бомбу будем славливать в комнате. Пробегаем звезду быстрее. Дух летит в рейд, убиваем. Так, пробегаем далеко. Далеко пробегаем. Бежим, 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 бежим. Звезду и за угол сюда. Вот, молодцы. Тоже далеко пробегаем эту бомбу. Все, и выход. Что там, 4 секунды за угол забегаем. Все, нормально, рейд фуловый. Секунда выход. От осквернения разбегаемся. И увожу в ромбик лича. И все за личом идем. Прячемся от духов последний раз. И добиваем спокойно. Все, вот тут прячетесь за спиной лича. Все, незыбку отдал. На жнец. Все нормально. 1% добиваем. Молодцы. Бедный Мэтфокс, чисто Мэтфокс бедный. Да это какая-то победа. Замочили гандона. Мэтфокса жалко. ЕП-шкой. Кстати говоря, у меня показывает, что берса 2 секунды. Что говоришь, ЕП-шка? Подкупил, говорю, рейд ЕП-шкой. А сколько у нас получается ЕП-шка? Заиграли. 2000. Да я не верю в эту хуйню. Просто. Мы еще и 24 убили. Просто сыграли хорошо. Просто все обещал. Бля, Мэтфокс. РЛ, конечно, красавчик. Слава, слышишь, просто чё? Вчера надрочились вайпами, вот и сыграли нормально. Я его успел сумануть перед пулом, я не знаю, что там было. Да нет, там да уже... Да мы бой славу словили. Мэтфокс, заходи, хоть это, манекен побьешь. Так, я вам, знаете, что хочу сказать, ребята. Не знаю насчет обычки, соберется она или нет. Какие есть предложения? Ну вот, допустим, можно вторую ТТГ попробовать собрать, но опять же, если у нас обычка не соберется, вторая, то и ТТГ, по сути, не должно собраться. Потому что отток людей дохуя было. Я бы в обычку сходил. Обычку попробуем, да? Тем более мифику надо посох собирать, но его нету, кстати. Сходите, я мебель пойду соберу. Место будет в обычку за спятку? Да, думаю, наберем. Слышишь, Слава, когда ты планируешь на новом КД... 25 хм ссылка. Вот с понедельника по среду. Я не могу сказать. Это дохуя зависит от того, как закрываться будут рейды, кто приходит. Я хочу сохранить две обычки. Я не хочу, чтобы у нас от еще. Если мы одну обычку пронесем и скажем, идите нахуй, и в геру пойдем, то у нас просто будет отток тех людей, кто ходил во вторую обычку. А это хуево. А там могут быть люди, которые играют нормально. То есть они недоодеты, они на них геры еще не готовы, но они в перспективе могут идти в геру потом. Вот. Я понял. То есть я это постоянно говорю, но не знаю, завтра просто завтра придем на РТ и постараемся как можно больше первым рейдом закрыть. ТТГ, ГМХМ, ЦЛК, РС. Если мы это все закроем, то у нас будет больше времени просто. Вот от этого и будем отталкиваться. Это, слышишь, напоминаю, 23-го у меня не будет. Так, 23-го это что? Сходите ДПС? Это пятница. Февраля? У малой день рождения. Ага. Ну, наверное, я не буду ставить СЛК пятницу. Не, я хочу два... Ну, мне... Во-первых, надо, видишь, и голду зарабатывать с СЛКшки, с боешек. Потому что мы фласок столько проебали, нахуй. Как будто 3 недели ходили, блять, в рейд. Учитывая, что я еще сопроты, блядь, половину давал. Пиздячим его. На все бабки. Ёбаный лич, как ты заебал. Отдай деньги лемуру. У всех и все. Выпадет глор и падение небес. Спасибо. А Геру тебе зажали. Геру дайте. Да, Геру дайте. Истерию даю. Ясно, шаманы лохи. Чё, хилы красавчики? Только припота, да? Нету. Хилы красавчики вообще. 2 припота, 3 припота. Сюда. А сколько я припота выпил за бой? Ну-ка. Там, кстати, как после комнаты припот сбрасывается. О, сюда. О, да, блядь. А, да, я паладином не пошел. Да, герда. Ну-ка, Хрюк, отдай мне. Да, герда, блядь. Отдай мне, конечно. Не, если, конечно, уступишь, то пиздец. Тот сундук, кстати. А там это лучше, чем в ЗС. Там и Биг Дэм, блядь, и этот. Так у меня, блядь, ничего нету вообще. Да похуй. Посмотри на мой дагер. Бля, такая пуха классная прям. Ну, я возьму, если, в принципе, никому не нужен.
Там холидринк сотку нажимал. Я бы коня взял, если никому не нужен. А, и... дай ему тогда. И рарник. Ну, чаще танчишь. Ага, челик шем. Он уже забыл, что такое танкование, нахуй. Кому осколки-то собираете? Этому. Вадикону. Вадикону. Да, есть такое. Но транс возьму. Так, слушай, ну у меня шмотка стоит 600. Я вот не знаю, давать ли 600 за Митриос, нахуй. Да хуя будет ГП, да? Кстати, это же офспек получается, как бы на мейнинг. Я думаю, за 10% так по логике вещей закидывать, потому что это непопулярный спек. Непопулярный спек. Смотри. Офспек плюс преддверие нового контента. Нет, я просто я говорю о том, что эти вещи я буду за 10% отдавать. Я не вижу смысла Дмитрию за 600 давать. Это вообще хуйня. Вот. Знаете мою доброту. Так, а вот это вот кому надо? Только одному. Самый историю. Добрый человек в мире. Это история только, да? А если бы я, допустим, танком пошел, мне бы она тоже отлетела за 600? Я думаю, да. За, не за 600, а за 60. Потому что смысла нет, понимаешь? Этот танкоспек протопала и протовара, он, ну как сказать, блять, вот если ему 600 въебывать за вот это все говно, там, за арбалет, там, за Митриос, нахуй, за защит, нахуй, 600, нахуй, так ты будешь сидеть, нихуя не лутать. Это хуйня полная. Будешь в одних трусах, но... Мне, кстати, протовар 105 должны быть топовыми. Вот теперь мне надо про историю подумать. Вот этот, вот ты ролишь даггер на какой-то спек, ты в нем прям играть будешь или как? Ну так это бисовый даггер для ДС. Это бисовый. То есть смысл 600 кидать, да, ГП? Ну кидай. О, вот это пойдет, кстати. Просто в наших реалиях комбаты играли. Я сейчас в комнате бил. Распылите нахер этот знак освещения завоевателя. А потом ты, блядь, другой возьмешь через месяц. А чё, он никому не нужен? Ты, блядь, почему ты посмотри ЗС, чек. Рарник ГЦ. Там они 277-е. Да какой тебе, какой ЗС, блядь, пока мы его убьем, этот ЗС. Так, конь, нахуй, ну-ка давай подумаем. Об одного босса. Так, а если аддона нету, ты обещал же, что если диспелить там будет, чувак, то ты ему отдашь. Товарищи мои, а можно дальше туда, я отдыхать пойду уже. Если аддона нету на этом компе, короче, я не могу разрол, да, видеть и участвовать в нем. Ну да. Ладно, давай хила порадуем, хули бидона. Где он там, блядь? Ну, блин. ГЦ бидон. На хули? Обещал, блядь, кому мне отдать. Да я вообще хотел истории. На том КД он хотел отдать этому. Хотел, но захотел бидону. Давай бидону чи коня, бля, а ты передашь кому. Полипалу отдать тогда он хотел, но он же ж ливнул. Ну как? Да, вот видишь, блядь, хорошо, что бидон не ливнул. Бидон, смотри, бидон, стой тогда на месте. Значит, смотри, давай так. Значит, Биг Дэм, история и... Воину давай. И Вадикон. Быстрее юзай. Кидайте, кидайте ролл втроем. А мне не нужен. Быстрый. Ну кидайте ролл. Я все, истории передавай. Да он с даггером уже, вы че? Так даггер никуда не покатаешь. Все, истории передавай. И учи тут же. Так бидон сам не кинул ролл. Ну, бидон сказал, может передать. Ну, типа, если ему не к спеху конь. Этот конь, вот, ГЦ история. Получается, что? Второй рарник, третий история. Так, ну, или как, но убили. Все-таки. Нормально, ну, просто немножко состав поменялся. Так, пошли, попробуем, что, обычку собрать, да? А где Джайна вообще здесь находится, блядь? Как к ней? Да, вот же. Вот она стоит.